всем привет. Очередная посылочка из Китая. Заказывал FM-трансмиттер с возможностью воспроизведения музыки по Bluetooth-каналу. У меня в автомобиле установлена магнитола. Туда нельзя ни AUX подключить, нет этого входа, ни... Ну, в общем, диски читают только MP3, но диски это прошлый век, флешку вставить нельзя. Вот решил купить вот такой вот прибор. Тем более, люблю таскать музыку с собой. У меня в телефоне много музыки, и я теперь смогу слушать в автомобиле музыку с помощью своего мобильного телефона, с помощью вот этого FM-трансмиттера. Давайте распечатывать, смотреть. Потом я уже перемещусь в машину, там все настрою, покажу, как это все работает. Вот так упаковано. В комплекте AUX, штекер 3,5 мм для AUX. Вот он сам трансмиттер. Ну, собран неплохо. Кнопки нажимаются, все хорошо. Теперь нужно проверить его работоспособность. Ну что, пойдем в автомобиль. Вот мы в автомобиле. Вот наше Bluetooth устройство, Bluetooth FM приемник. Я его воткнул разделитель под прикуриватель. Значит, на нем мы настраиваем волну таким образом. Я настроил 94.0. На магнитоле мы находим волну ту же самую, 94.0. Включаем Bluetooth на телефоне, он у нас включен, и обнаруживаем VTK, это он и есть. Сопряжаемся с ним, пишет подключено. Ставим любой клип на YouTube. Все, музыка играет через динамики автомобиля. Если мы переключим волну на автомобиле, уже не играет. Также мы можем использовать обычную флешку USB в этом устройстве, и можно использовать флешку micro USB. Также присутствует вход AUX, то есть в этом устройстве собраны практически все входы, через которые можно проигрывать музыку. От этого и такое количество возможностей. Также можно разговаривать по телефону с помощью этого устройства, как hands-free. В общем, неплохая штуковина. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Кому надо, переходите, смотрите, заказывайте. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И до новых видео. Пока-пока.